Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным. Парить, как птица в небе. Ощущать мир и искреннюю радость в сердце. И встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново. Последний становится первым. Когда его огонь наполняет тебя, ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения. Твори историю. Утверждай его царство. Зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля – принести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я хочу поговорить на такую тему «Новые мысли, новая жизнь». Когда я читал Библию каждый день, я попал на территорию Бога. Понимаете? И Бог стал касаться моих мыслей. Когда Бог нам хочет что-то сказать, и Он хочет сказать, что Он тоже твой Бог, и Он мой Бог, и у Него есть обетование и для тебя, и для меня. Это лестница также, это Иисус Христос. В Ефесянах написано в устроении полноты времени, чтобы все соединить, да все небесное и земное соединить под главою Христом. Слава Богу! Поэтому это прообраз Иисуса Христа также. Как мы даем Христу место в нашей жизни, да? Он говорит, вы должны пребывать во мне. Пребывать – это значит жить, то есть давать место Христу быть в нашей жизни. Слава Богу! И поэтому тому, кто действующий в нашей силе, может сделать несравненно больше. Он может сделать, но он ясно говорит, что он может сделать несравненно больше. Но порой мы сами не даем ему возможность сделать несравненно больше. Почему мы не даем? Потому что мы не о том помышляем. Нам написано, о чем вы думаете? Да? Говорит, о горнем помышляете, о небесном. Но когда человек всецело занят земными вещами, да, и вот только земное, он думает о земном, и то мне надо, и вот это надо, и мне вот это, конечно, все это есть. Но мы не даем Богу приземлиться на своем самолете, на своей ракете, еще как угодно, да? И Он не может с нами что? Состыковаться. Нету вот этого коннекшена, да, нету этого соединения. Поэтому, когда мы погружаемся в Слово Божие, даже я, будучи неверующим, Бог стал мне говорить, вы понимаете? А мы хотим, чтобы нам Бог говорил. Мы хотим, потому что приходит вера тогда. Вера от слышания Слова Божьего. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, Иисус тоже, Он когда говорил, Он сказал, что и добавил, и говорю вам истину, вы увидите открытые небеса и ангелов Божьих, спускающихся и поднимающихся к Сыну Человеческому. Он говорил это о себе. Но это также Он говорил и нам, что мы увидим это открытое небо. Мы не живем, знаете, с закрытыми небесами. Нет. Он открыл для нас небо. Он дал нам эту возможность. Просто пользуемся ли мы этой возможностью? Находим ли мы возможность, чтобы эта возможность была в нашей жизни? Вот в чем дело. И так нам надо продолжать пребывать в Слове Божьем, друзья. Потому что не пребывая в Слове Божьем, мы не даем места Богу говорить, исцелять, освобождать и совершать все то, что Он хочет совершать в нашей жизни. Вот посмотрите, что говорит Петр. Петр в послании Петра, первое послание Петра, вторая глава. Он так говорит: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Думаю, что, с кого это срисовано было? А ведь он говорит верующим. Кому он это говорит, Петр? Он говорит верующему. Представляете, это верующий, это злодей, коварный, лицемер, завистник, злословие. Просто монстр какой-то. Знаете, когда мы рождаемся свыше, нам еще много-много чего надо поменять в своей жизни. Но автоматически это не меняется. Мы бы хотели, чтобы все автоматически изменялось, да? Я тоже часто привожу примеры про Иванушку-дурачка, помните в сказке? Что Иванушка-дурачок, он прыгнул в этот в котел с молоком там или с чем там, с кефиром, с йогуртом.
И когда он оттуда вылез, он уже был царевич. Вообще великолепная история, да? Ничего не надо делать, главное найти котел. Правильный котел с правильной жидкостью. Вот прыгнул туда и выпрыгнул. И вот мы тоже иногда думаем, что вера, это как, почему иногда говорят, да это вера, это же как сказка, вы же верите в непонятные такие вещи там. И мы как бы сами убеждаемся, что это какая-то сказочная вера. Но на самом деле вера – это труд. Вера без дел, то есть без работы, без труда. Что? Это мертвая вера, она не работает, друзья. Вера работает, когда мы действуем по слову. Мы пребываем в слове, и смотрите, что он дальше говорит. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Чтобы наш духовный рост продолжался, это не говорит о том, что ты прочитал Библию. Я знаю, что многие вообще ее не прочитали еще. Но он здесь ясно указывает, чтобы тебе расти, тебе нужно питаться. Мне нужно питаться, мне нужно продолжать читать Слово Божие. Но знаете, в чем удивительно Слово Божие? Сколько бы я его ни читал, там всегда что-то найдешь новое. Там всегда что-то откроется, там всегда что-то интересное. Это удивительно. Но он и говорит, что нам нужно любить. Кто-нибудь любит молоко из вас? А? Любите молоко, да? Ну вот так и любите Слово Божие, он говорит. Потому что мы не просто любим молоко, мы не просто любим Слово Божие. Мы растем, мы получаем питание, аллилуйя, и это дает нам рост. Говорит, ибо вы вкусили, что благ Господь. Поэтому это не для неверующих, это для верующих. Это те, кто уже попробовали, которые уже знают, что это такое. И что он говорит? Продолжайте. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, мы должны погружаться в Слово Божье, да? Погружаясь в Слово Божье, мы погружаемся в Бога, потому что это Его Слово. Мы погружаемся в реальность Бога, мы погружаемся в то место, в котором Бог хочет нас видеть. Если Бог видит тебя только с телефоном, ты играешь в игры, что ты там увидишь? Какая там лестница будет? Конечно, не Иакова. Какой там будет дом, но не Божий? Дом 2, дом 3, не знаю, что там. Ты не можешь сказать, это истинно дом 3, да? Или это истинный дурдом. Но сказал, это истинно дом Божий. Поэтому нам нужно быть там, где Бог. И поэтому Бог хочет быть с нами. Он говорит, я с теми, кто со мной. Правильно? Так говорит Слово Божие. И поэтому эти мысли, которые соединяют нас с Богом, они соединяют через Его Писание. Мы понимаем, как мыслит Бог. Вот что мы находим в Слове Божьем. Мы понимаем его природу, понимаем его характер. И когда мы подчиняемся Слову Божьему, ему надо подчиняться. Нам нужно быть под Словом Божьим. Тогда Слово Божье на нас влияет. Потому что если мы просто знаем как информацию, но мы не позволяем Слову Божью править в нашей жизни, оно не влияет на нас. Но мы должны попасть под что? Под влияние. Знаете, раньше там говорили, ты там с кем водишься, с Петькой этим-то, да? Ты под его влияние попал, ты так же говоришь, как он говорит, там и то. Да, да, мы попадаем под влияние. Можно под плохое влияние попасть, а можно под хорошее. Если ты под влиянием Бога, под влиянием Духа Святого, под влиянием Слова Божьего, так скажет, о, ты похож на Иисуса, дорогой, да? Или нет, у тебя слова другие стали, у тебя мысли другие, у тебя поступки другие. Поэтому что нам говорит Слово Божье? Поднимите врата, то есть откройте свой разум для Бога. Написано в Псалом 23, таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего Божия Иакова. Обратили внимание? Вот как интересно, вот это все в Библии, такие интересные вот ситуации, такие совпадения. Почему? Потому что, когда Иаков говорил про врата, здесь Давид вспоминает про эти врата, видите? И он говорит, это что за люди такие? Это что за народ такой? Это народ, ищущий Бога. Понимаешь, в том-то и дело, что если мы не ищем Бога, это означает, он нам не нужен. Не то, что, знаете, говорят, а что искать Бога, разве он потерялся? Смысл не в том, что Бог никогда не потеряется, а мы были потеряны, написано. Мы ищем то, что нам нужно. Бывало у тебя такое, да, что вот тебе что-то нужно, ты не можешь найти, ты весь дом перевернешь. Почему? Потому что тебе это нужно. Если тебе это нужно, ты даже скажешь, и ладно, я без этого обойдусь.
Но Бог не хочет, чтобы мы сказали, что мы можем обойтись без Него в этой жизни. Бог хочет, чтобы мы продолжали говорить, искать и быть вместе с Ним. И вот поэтому написано: «Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Вот они, наши ворота, друзья. Ворота, чтобы Бог мог двигаться в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. И вы знаете, почему я говорю, что это процесс, это должно продолжаться. Я хочу почитать сейчас вам из послания к Римлянам 1:21. Смотрите, что здесь написано. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». О чем речь? Люди знали Бога? Знали. Но что они делали или что они не делали? Они не прославляли Бога. Они не благодарили Бога. Вот смотрите, как интересно, вот очень внимательно слушайте, как только мы перестаем думать о Боге с благодарностью, да, с восхищением, я бы сказал, с обожанием, нас начинает затягивать, что воронка этого мира. И эти люди, написано, они осуетились где? В своем уме, они стали думать не про Бога, не про Божье. Они стали думать: да, там мне надо то, мне надо это, мне много проблем. Они были как бы затянуты этими проблемами. И что произошло с ними? Омрачилось несмысленное их сердце. То есть вместо того, чтобы быть во свете, они погрузились во тьму. Они сами себя погрузили во тьму. И смотрите, чем дальше, тем хуже. Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам четвероногим, присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях, сердец их, нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. То есть, как только мы перестаем погружаться в Бога, мы погружаемся во что-то другое. Но это оскверняет нас, друзья. Думаете, что это просто так было написано? Нет, это написано, потому что это так и есть. Смотрите, что дальше написано. Новый перевод я вам прочитаю. Потому что хотя они и знали о Боге, вот я говорю, это для тех людей, которые, ну, знаете, пренебрегают Писанием. Вот пренебрегают Писанием, потому что думают: ну, я, может, на собрании хотя бы посижу, послушаю. И поэтому я стараюсь много мест Писаний давать, чтобы вы могли хотя бы здесь вкусить благость Писания. Потому что они, хотя и знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога. Они знали о Боге, но не прославили Его как Бога. Поэтому прославление – это не только петь песни вот здесь. Вот пришли там, аллилуйя, слава Богу. Все, а дома ты забыл, кто такой Бог. И не были благодарны, но предались бесполезным размышлениям. Это другой перевод. У нас написано: суетились, да, синодальные, новый перевод — бесполезные. И вот действительно, люди что-то думают. Вы знаете, что у человека он постоянно думает. Даже спит, когда он думает. Но мне нравится вот эта характеристика — это бесполезное размышление. Бесполезное. Понимаешь, вот есть вещи, которые Бог говорит: толку никакого в этом нет. Но когда ты думаешь о Боге, о Его Слове и прославляешь Его, для тебя это польза. Это польза для всего твоего тела, написано, правда? Это твое лекарство, это твоя сила, это твое благословение. Но очень часто люди предаются бесполезным размышлениям. И их неразумные сердца погрузились, естественно, куда? Во мрак. Хорошо, я читаю еще дальше, потому что мы сегодня о чем говорим? Мы говорим о мышлении. Вы здесь? Вы думаете? О, я устал уже думать, Господи. Дальше читаем. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». О, оказывается, надо об этом заботиться. Где иметь Бога надо еще? Не только в сердце. Да, Бог в сердце моем. Но где еще Он должен быть? Он должен быть в разуме. Понимаете?
Потому что если он в твоем сердце, мы говорим, как так, он верующий, она верующая, и они так говорят, они так поступают, да как они могут? Могут. Могут, потому что разум что? Не обновлен. Разум не изменен. Почему? Они не заботились. Вы знаете, мы о многом о чем заботимся. Но здесь написано, те люди, которые не заботились иметь Бога в разуме, они не обновляли свое мышление. И поэтому их жизнь, она не менялась. Вот знаете, можно 20 лет ходить в церковь, 30 лет, 50 лет ходить. Но если ты не работаешь, не заботишься иметь Бога в разуме, то есть ты не обновляешь свое мышление, никаких перемен не будет. Поэтому здесь как бы не стаж твоего хождения, а плоды твои. И что тогда у них произошло? Превратный ум. То есть они делали все не так, как надо. Наоборот, превратный ум. Делать не по треса, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбие, злобы, исполнен зависть, убийство, распри, обмана. Я не буду даже читать все, там целый список идет. Почему? Кому это написано, друзья? Это написано верующим. И если взять каждую отдельную часть, то, что здесь написано, это будет говорить о том, что именно эта область их мышления была не изменена. Потому что мы живем так, как мы думаем. Наша жизнь, она отображает наше мышление. И по причине их неизмененности, да, они творили вот такие вот страшные дела. И обман был, и зависть, и убийства были, смотрите, и злоречие, и клеветники, и чего там только не было. Вот поэтому это настолько важно понять, и это наша забота иметь Бога в разуме, иметь Божьи мысли. Он говорит, мои мысли и ваши мысли, правда? Но нам нужно иметь какие мысли? Божьи мысли. Слава Богу! Слава Богу! Вот сейчас вам расскажу историю, вам будет немножко полегче, наверное, воспринимать. Потому что история не всегда нам как бы разбавляет, вот, потому что слово, оно иногда такая твердая пища, и вот эту твердую пищу я вам разбавляю историями. История про Петра, она известная история, когда Иисус шел по воде, помните эту историю? Ночью, да, было страшно, они увидели призрака. Ну, как бы мы, может, не всегда понимаем, почему они так испугались. Но в то время было поверье, если ты увидишь призрака, значит, ты умрешь. Понимаете? Это не просто, что там, кто это, да? Ну, с другой стороны, даже думаешь, Иисус, зачем ты так сделал? Ты же знал, что у них будет такая реакция, да? Он знал это? Конечно, знал. Знаете, Бог иногда нас провоцирует на что-то, да? Вот казалось бы, зачем? Вот зачем, Господь? Ну, ты же добрый пастырь. Они же могли там от разрыва сердца умереть. Ну, вот зачем такие шутки, Иисус? Вот гулять по морю, вот, и они тебя увидели, они там все испугались. Но смотрите, что это спровоцировало, что это было интересно. А потом они узнали, что это Господь. И вот смотрите, Петр сказал ему, «Господи, если ты повели мне прийти к тебе по воде». Отличная идея у Петра появилась. Я думаю, это не старое мышление в нем говорило, да? У него быстро там все обновилось. Он говорит, если это ты, это хорошее было, кстати, замечание. Если это не ты, я не пойду. Но если это ты, и причем он как? Он говорит, повели ты мне. То есть я должен от тебя услышать слово, твое повеление, и я пойду по воде. Он же сказал, иди. Витя, можно было, ну, Иисус, ну как же ты ему сказал, иди, а вдруг он утопит? У него спасательного жилета нету, и там и то, и техника безопасности, и правила поведения на воде, и там нет спасателей и так далее. Иди. Вот все, одно слово, иди. Хочешь? Иди. Ну, и мы знаем эту историю, что и выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Прекрасно, да? Потрясающе. Я не знаю, что думали и там эти остальные ученики в лодке. Может, они завидовали, может, они злились, может, они хотели выйти, но никто не сказал больше. И мы знаем эту историю, что оно, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. И он начал кричать, «Господи, спаси! Господи, спаси!» Закричал, я сейчас не буду так кричать, я думаю, он кричал очень громко. Вот. И Иисус тотчас простер руку, поддержал, говорит, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И поэтому для того, чтобы была наша вера, о чем я говорю, мы должны постоянно пребывать в Слове Божьем.
Аллилуйя. И у тебя есть возможность отвлекаться. Он говорит, не отвлекайся, не уходи. Продолжай смотреть, продолжай пребывать. Слава Богу. Поэтому ты будешь тонуть, или когда ты тонешь, это говорит о том, что ты перестал смотреть на Иисуса. И все, и ты опять пошел туда, на дно. Слава Богу, что Иисус, Он рядом, что Он самый лучший спасатель, и Он его спас. Аллилуйя. Смотрите, в Римлян очень много говорится о мышлении, я прочитаю еще несколько мест, написано так, что «Ибо живущее по плоти о плотском помышляет, а живущее по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир». Это перекликается с Петром вообще как-то или нет? Он стал думать о другом, и он мог бы неминуемо что умереть. И поэтому сегодня нам тоже очень важно понимать, о чем мы думаем, потому что этот мир, он тянет на себя человека, правда? Разные вещи, они тянут взгляд, они тянут силы, они тянут твое внимание, твое время, все это тянет тебя. И как, помните, как жена Лота, ей сказали, ты иди и не оглядывайся, иди и не оглядывайся. Но ее что-то тянуло снова посмотреть туда. Почему? Потому что ее сердце не было вполне предано Богу, можно так сказать. И поэтому тоже у нас есть испытания, в нашей жизни есть испытания, и они будут, эти испытания. Но Бог говорит, что если ты взялся за плуг, то не оглядывайся назад. Потому что если ты оглядываешься назад, ты неблагонадежен для Царства Божьего. И вот эти помышления, опять же написано, да, о чем мы помышляем? Что такое по плоти, да? Плоть – это наша греховная природа, то есть это то, что ненавидит Бог, что не нравится Богу. Может быть, это и неплохие вещи, вы понимаете? Они не обязательно, потому что когда мы слышим слово «грех», у нас какие ассоциации с грехом? Какие ассоциации у вас с грехом? Не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее, и так далее. Но вы знаете, что есть вещи, которые, они не выглядят греховными, но их Бог не любит. Когда сказано, что ты можешь, Иисус говорит, ты можешь приобрести весь мир, но твоей душе повредишь, какая тебе в этом польза? Потому что есть вещи, которые, они неплохие на самом деле. Они неплохие, это не убийство, там, это не прелюбодеяние, но в этом нет Бога. Вот в чем суть. И поэтому наше внимание, наши силы, вот этот мир, он берет на себя. Почему Иисус говорит, не любите мира, да, не того, что в мире. Да, мы живем в этом мире, ты скажешь, я живу в этом мире. И написано, Бог возлюбил мир. Но в этом слове мир, о чем говорит Бог? Он говорит о том, что в чем нет Его воли. Аминь. В чем нет Его воли? В чем нет Его воли? Этого Бог не любит. Поэтому живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по духу – о том, чего желает дух. И когда ты думаешь о том, чего желает дух, конечно, ты будешь там, где движется Дух Святой. Там, где лестница, там, где ангелы, там, где Господь, там, где исцеление, там, где благословение. Аминь. И поэтому для нас, в этом смысле мы обновляем свое мышление, потому что раньше мы хотели другого, мы любили другое, мы стремились к другому, но когда у нас происходит обновление мышления, мы начинаем думать и, соответственно, тогда жить по-другому, потому что новые мысли, они дают нам новую жизнь. Это новая реакция, это новое поведение, которого у тебя не было раньше. И здесь, наверное, самое трудное и происходит для человека. Аминь. Потому что для того, чтобы твои мысли поменялись, для этого нужно что? Нужно и терпение, и вера, и что еще нужно? И усердие. Известная история про блудного сына. То есть два было сына, один сын что говорит? Дай мне мое наследие, дай мне вот это, дай мне вот это. Он ему дал. Он все истратил, все он спустил с блудницами, да? Что он там еще делал, не знаю, чем он там занимался. Ну, короче, он остался совершенно без денег, бомжом или кем там, я не знаю, он остался. Вот. И есть ему было нечего, все знаете историю. И вот, когда ему нечего было есть, вдруг к нему пришла гениальная мысль. Говорит, у отца-то есть еда, а у меня нет еды. И что он решает сделать?
он решает покаяться, да, говорит, я скажу отцу, что я согрешил. И вот слово-то покаяние какое? Это означает по-гречески слово метаноя, изменение ума. То есть пока мозги не поменяются, вот, ну ничего не поменяется, благословение не приходит. Ну и мы помним, что он пришел к отцу, и вот тут сейчас один момент, я хочу на этом моменте остановиться. Аллилуйя. Итак, расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод. Он начал нуждаться, пошел, пристал к одному жителю страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Очень увлекательное путешествие, да? Вот, придя же в себя. Поэтому иногда вот голод, он все-таки влияет позитивно. Он говорит, пойду к отцу, скажу, я согрешил против неба и перед тобою. То есть вот, он решил что сделать? Покаяться, то есть его мышление, он говорит, я изменяю свою жизнь, я изменяю свое мышление. И он пошел к нему и пришел, это вы все это знаете. И вот смотрите, когда он еще был далеко, отец увидел его, жалился, побежал ему на шею и целовал его. Картина отца. Отец увидел, побежал, пал на шею, целовал его. Слава, вот о чем надо думать, правда? Ну да, ушел там, заблудился, забрел, захрюкал там, не знаю, что там происходит. Но Бог говорит, вернись, я все прощу, да? Вернись, я тебя жду, я тебя люблю. Вот это же благая весть, правда? Побежал, целовал, обнимал, и он говорит, сын же сказал, отче, я согрешил против неба, и перед тобой уже недостоин называться сыном твоим, и так далее, и так далее. И смотрите, что говорит отец. Отец сказал рабам, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте ему перстень на руку, обувь на ноги, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть, веселиться. Иногда кажется, вот ради чего? Он бы еще бы походил бы там бы, он бы еще поползал бы там вот где-то, да? Слушай, что-то быстро как-то ему все, вот давайте, верните. И поэтому все люди, которые вот где-то ушли, читайте это место Писания. И передавайте. Вот вы встречаете же таких людей, вот вы им передавайте вот это послание от Отца. Аминь. И смотрите, что говорит Отец. «Ибо это Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Он что, был мертвым, правда, в гробу лежал или на кладбище? Почему он был мертв? Он отделил себя, да? Вот смотрите, куда мышление человека нас может привести. То есть это мышление может либо привести нас к Богу, и либо увести нас от Бога. Ведь это тоже получается, почему он хотел уйти, да? У него были свои мысли, у него были свои планы, как он там будет жить, чем он будет заниматься. Но когда у него ничего не стало, вдруг он вспомнил, что ему есть куда вернуться. Слава Богу. И поэтому он говорит, он был мертв. Состояние мертвости – это состояние отделения. Да? Мертвый человек – это тоже другое состояние. Живой и мертвый мы же отличаем или нет? Вот. И он говорит, он был мертвый. Почему? Он был без меня. Он был без моей любви, он был без моей благодати, он был без моего общения. Но что? Но он ожил. Слава Богу! Почему? У него произошло изменение ума. И вот он уже другой человек, и ему уже, пожалуйста, выдали новую одежду, новое то, новое это, ему все дали. А он был отделен от благословений. Ничего у него не было.